Всем привет, с вами Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. И в этом видео я вам хочу рассказать про новые тапочки от компании Faberlic. Мне не очень нравится. Сразу хочу сказать, что качество у них такое же хорошее, как и у предыдущих тапочек. Сейчас я вам покажу, у меня как раз они на ноге, предыдущие тапочки, да, вот. И, как вы видите, ни с подошвой ничего за год не случилось. Единственное, что при температуре, когда я стираю 60 градусов, получилось так, что немножечко скатался вот этот вот самый мех, да, то есть, ну, вообще, как бы, ни подошва не лопнула, ничего, вот целый год ношу, все прям здорово. Вот, эти тапочки, они идут точно такая же, у них идет подошва мягкая, гибкая, да, вот смотрите, у всех, да, но она такая тверденькая, а потом будет становиться все мягче и мягче, да, при носке, при стирке. А также они все прошиты, как и на прошлом, да, то есть я уже не сомневаюсь, что качество будет очень хорошее. Тут что-то вставлено мягонькое внутри, я чувствую какой-то, по-моему, поролончик, да, то есть если вы будете стирать на 60 градусов в машинке, то с ним может что-то случиться, но, в принципе, это нормально, да, и я думаю, что лучше на 40 градусов стирать или на 30, да, тут тоже немножко мягко, я не скажу, что тапки очень мягкие, очень, да, потому что подошва твердовата, они очень легкие, прям, я не знаю, сколько грамм они весят. Да, первые тапочки идут у нас с артикулом 884-127. Это тапки женские, цвет синий. Я заказала 36-38 размер. Они мне сели идеально по ноге. Мой размер 37,5. Да, материал вверх хлопок, подошва Эва. Сделана в России. Давайте покажу поближе рисуночек, да, то есть обычный такой хорошенький рисуночек. Все как бы прошито здорово, не криво, приятно, опрятные такие тапочки. Вот, следующие тапочки точно такого же качества, все то же самое, только немножечко другая расцветка. Вот смотрите, да, есть немножечко тут нарекание у меня, да, к тапочке. А, ну так это просто ниточка. А, ну ниточку можно просто оторвать, да, как вы видите, просто не обрезано было. Да, и вот тут еще одна. Да, ну я думаю, ничего страшного. Да, но есть, вот видите, есть немножко. Да, такая же точно подошва, они супер легкие, как бы, да, тут немножечко мягкое, но оно не будет чувствоваться при ходьбе, что тут мягко, красиво. Сейчас вам покажу артикул. Артикул идет 884-128, цвет серый. Тапки женские, цвет серый. Как вы видите, состав точно такой же. Вот третьи тапочки, это такие бордовые, классные тапки. Мне больше всего понравились, конечно же, светлые. И вот эти вот бордовые тапочки. Они тоже такие хорошенькие, рисуночек у них такой идет. Менее выраженный, более такой приглушенный. Но, как вы видите, все рисунки на тапочках на одну тематику. Такая же подошва, такая полуупругая, но после стирки я точно уже уверена, что она будет мягче, да, потому что такие тапки у меня были уже с такой подошвой от компании Faberlic. Вот, и артикул 884-125, цвет бордо, также размер 36-38. И вот такие вот тапочки мужские. Идут артикул 884-135. Цвет синий, размер 42-43, материал вверх хлопок, подошва Эва также, да, все точно такое же, 42-43. Мужу они мне оказались впритык из-за того, что тут вот как-то как будто бы узковато немножко, он их померил, с горем пополам натянул, но по длине нормально, то есть пятка не свешивается, ничего, у него 43-й размер. Такая же подошва, они такие же легкие, также все, как вы видите, прошито. Изнутри вот тут вот прошито. Стирать их также можно в машинке. Я не сомневаюсь, потому что я всегда все тапочки в машинке стираю. Проблем не бывает. Да, ну, конечно, если вы поставите отжим там 1200, да, и на 90%, на 90 градусов запустите, конечно, может быть с ними что-то и случится. А если их стирать на 30-40
40 градусов примерно, да, то они у вас, мне кажется, не деформируются. То есть проблем с ноской в уходе за ними у вас абсолютно никаких не будет. Единственное, что жалко, что тапочки мужские только одни в компании Faberlic. Я бы еще заказала двое разных для того, чтобы пока одни сохнут, муж с удовольствием бы носил другие тапочки, да, вот, потому что, ну, все равно мало, когда одни тапки, а двое одинаковых, мне кажется, он таки будет путаться, какие постиранные, какие нет, тоже как бы не очень удобно. Вот, они идут без люрекса, это просто ткань так покрашена, да, пестренькая, потому что кто-то говорил, что похоже, что не с люрексом. Нет, нет, это обычная ткань, они не блестят, ничего, обычные такие синие добротные мужские тапочки. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы у вас всегда были оповещения о выпуске новых видео. Всем пока-пока, до встречи!